Итак, здравствуйте, мои хорошие. Мы подошли с вами к заключительной серии движений из танцевально-двигательной терапии в изучении всего нашего тела. И сегодня седьмая заключительная часть, когда мы изучаем, как могут двигаться наши стопы. И я напоминаю, что мы точно так же начинаем с привычных для вас действий. Это может быть подъемы вверх-вниз. Вверх-вниз. Это могут быть движение вправо-влево. Это может быть движение пятки. Что-то такое, что вам уже может быть знакомо. Это может быть знакомые движения, какие-то танцевальные, чуть ли не детского сада. Все, что угодно могут делать ваши стопы. Да? Может быть, они делают какие-то такие движения, или наоборот, такие вот назад. Может быть, все что угодно. Экспериментируйте, вспоминайте, что это у вас. И потом, конечно же, вы отпускаете на свободу свои стопы, позволяете им рисовать какие-либо необычные узоры и двигаться абсолютно в том темпе и в тех направлениях, когда, возможно, они еще никогда не двигались. Все это делается с таким внутренним удивлением. В своем ритме. И потом ваши стопы подключают все ваше тело. Подключают колени. И после того, как вы позволили телу подвигаться немножко непривычным, незнакомым для вас способом, я напоминаю, что снова вы постепенно замедляетесь, останавливаетесь. Но я напоминаю, что останавливается только ваше физическое тело. А внутри ваши стопы не имеют границ. Они двигаются туда, куда им охота. И вы с удивлением и радостью просто наблюдаете за своими стопами. Наблюдаете за своими внутренними движениями, за своим внутренним танцем. За своей внутренней энергией. И, конечно же, благодарите свое тело. Открываете глаза, делайте хороший вдох, выдох. Еще раз напоминаю, будьте благодарны своему телу. Делать это все с любовью, с удовольствием, с таким, с неким удивлением. Как бы изучая заново, что, на что способно ваше тело. И я напоминаю, что это было завершающее движение из серии танцевально-двигательной терапии, самодиагностики вашего тела. И мы снимали это на таких красивейших местах, как вы видите, на берегу Красного моря, в Шарм-эль-Шейхе. Подписывайтесь на наш видеоканал. Ставьте лайки, оставляйте комментарии и будьте в курсе наших новостей. С вами была Светлана Исупова.